Всем привет, с вами Runite Mayor. С соло-гличами на деньги в GTA Online в последнее время дела обстоят туго, но я нашел для вас один интересный вариант. Мы будем копировать летающий автомобиль Делюкса. А для самого глича вам понадобится только гараж на 10 машин. В этом видео я научу вас также создавать сессию, в которой вы не будете умирать в текстурах. Итак, первым делом мы прогружаемся в публичной сессии. Далее убеждаемся, что у нас есть делюксы и бесплатные элегии, а весь остальной гараж забит машинами. Это также могут быть элегии, купленные вами бесплатно. Ставим точку возрождения наш гараж, в котором у нас находится делюкса, и меняем костюм для того, чтобы активировать сохранение. После того, как вы увидели, что в правом нижнем углу пропал оранжевый кружок, вы нажимаете клавишу PlayStation на геймпаде. Далее попадаете в меню, заходите в сеть и снимаете галочку подключения к интернету на 5 секунд. Затем возвращаете галочку на место и ждете еще пару секунд. Далее двойным нажатием клавиши PlayStation вы возвращаетесь в игру. Подтверждаете черное сообщение. Прогружаетесь в сюжетном режиме. Далее выбираете сеть, игра, играть GTA Online, сессия по приглашениям. Когда вы прогрузились в сессию по приглашениям, вам нужно сеть в вашу бесплатную элегию и запомнить на ней номера. Отъехать от гаража на какое-то расстояние. Далее возьмите любую машину с улицы и отправляйтесь в точку, указанную на карте. Когда вы доберетесь до точки, позвоните механику и закажите делюкс из своего гаража. Смотрите в пол, чтобы машина оказалась рядом с вами. Далее садитесь в машину и направляйтесь в точку на карте. Тут вам нужно будет включить режим полета на делюксе и протиснуться в парапет и оказаться за текстурами. После этого летите к уже указанной точке на карте. Вам нужно будет буквально немного не долететь до линии. Старайтесь лететь по серой части под картой. Добравшись до этой точки, выключите режим полета на несколько секунд и тут же включите. Вы окажетесь на некой площадке. Вам нужно будет тут же нажать клавишу газа, тогда вы окажетесь снаружи, а ваши номера должны поменяться на номера вашей элегии. Далее вам необходимо вернуть делюкс в гараж. Когда вы окажетесь в гараже, вы увидите, что ваша элегия заменилась на делюкса. Чтобы по новой не баговаться, можно будет продолжить копирование с этого места, начиная с выведенной элегии. Ну вот такой вот простой глич на копирование делюкса. А с вами был Runite Mayor. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте и всего вам доброго!